Первый в России студенческий телеканал «Универ ТВ» начал круглосуточное вещание в 2012 году. За это время команда медиацентра стремительно росла и развивалась. Изменялось многое – состав специалистов, техническое оснащение, программы в эфирной сетке. Однако кое-что все-таки оставалось неизменным. Логотип телеканала «Универ ТВ» не менялся с самого его основания. Горизонтальная плашка с буквами «Универ» стала основой оформления визуальной составляющей студенческого телеканала. Но пришло время двигаться дальше. Спустя столько лет команда решилась на запуск ребрендинга. Когда я начала заниматься соцсетями, я поняла, что он не совсем подходит для этих целей, потому что если размещать его в горизонтальном формате, как он у нас на телеканале, в аватарке буквы не читаются. Соответственно, там... Произошли небольшие изменения, и я подготовила такой промежуточный вариант, где буквы располагались в две строчки и в тех же цветах. Выбор логотипа произойдет посредством голосования. В соцсетях телеканала уже опубликованы варианты нового логотипа. Голосование завершится уже в следующую среду. Подписчики сообщества, помимо всего прочего, смогут стать участниками розыгрыша. В 16:00 по московскому времени, используя генератор случайных чисел, мы выберем победителя, который получит специальный приз от телеканала. Можно проголосовать, можно не просто проголосовать, а выиграть еще и штатив. Для этого нужно будет оставить в комментариях под записью порядковый номер свой. Вот. И мы хотим узнать и мнение нашей аудитории. Оно для нас всегда важно, оно у нас... первостепенно, и в соответствии с этим мнением уже адаптировать логотип нашего телеканала. На данный момент лидирует вариант, приближенный к стилям хай-тек и модерн. Однако в ближайшее время все может измениться. Выбранный логотип планируется использовать не только для изменения основы оформления телеканала, но и для создания сувенирной продукции. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.